4-й команда Мид Рокетс и команда SBC. И SBC. Ребята готовы? Готовы. Мид Рокетс на месте. Готовы. Ребята, один раунд, точнее три раунда от команды. Три раунда. Можете делать все, что вам заблагорассудится. Только чтобы это было брейкингом. Окей? Итак, мы готовы. Зрители, готовы? Мы готовы. Прям готов. Начнем, качнем. И он уверенно начинает. Мид Рокетс. Первый раунд, первое слово, первый шаг. О-о-о. That's what's up. Хорош! Ответный ход! Смоленск на танцполе! Наверное, бэкап назад. Битва в разгаре. Почему в Брянске тихо? Рhythmic поле. 2-0-1-4. За вертаками солги же Смирнов. Браво, браво! Мощненько, мощненько, хорошо. Итак, друзья, вы знаете, что нужно делать. Нужно считать от 3 до 1, делать это громко и синхронно. Тогда мы узнаем решение судей. Итак, решение судей. 3! Единогласно. Команда Мид Рокетс проходит следующий круг. Спасибо, SBC.
Следующий танцевальный поединок между командами. Ага, команда Big Girls, Fantastic Амазонки. И... А также на танцпол приглашается двушка, которая прошла отбор. Это очень здорово. B-boing Хван. Давайте ему пошумим. И энергичный бибой с мощным арсеналом, которого в кругу бибоев называют больной ублюдок. Так и.